Вот прошли сутки, как я был. И видите, как подняли нашу елку на целых в два раза. 17-го открытия. Сегодня у нас 6 декабря 2017 год. Вот, как вы видите картинку, такая она и у вас и на экране. Что мне вам хочется сказать? Это у меня будет настроение, я, может быть, поеду еще вот что-то сниму, но очень уж холодно. Не хочется мне сегодня никуда ездить, не хочется мне сегодня как бы... У меня есть там еще осень, то, что я когда-то не выложил. Есть материал. Пока то не закончу, вот хочу на субботу, на воскресенье пойти, там у нас будет и штанги поднимать, и вес лежа. Ну, в общем, увидимся, не будем прощаться. Давайте, пока. Вот видите, человек вот так вот залезает туда, на самый верх, и сейчас начнется дальше ее наращивание. Нашей новогодней елки будущей. 2 минутки сделаю, а там уже как хотите. Хотите смотрите, хотите не смотрите. Фух, дожди обещают. 17-го открытия. Ну, в общем, увидимся. Давайте. Пока. 6 декабря 2017 год, 3 часа 10 минут. Город Бендеры. Площадь Освобождения.